Шнайдеров Николай, город Хмельницкий. В данный момент автомобиля нету, но все друзья, знакомые ездят на биокатализаторе. Лучший результат вот у дальнобойщика, друг привез $600, то, что должно было сгореть. То есть всем нравится. В бизнесе 8 месяцев, пригласил больше 35 человек, в команде 4800 человек. Каждодневный доход $50 в день. Сергей Блинковский, Одесса. Экономим, экономят, зарабатываем, помогаем заработать. Раиса Зубарева, Одесса. В бизнесе 8 месяцев, использую всю продукцию для автомобиля и для дома. В месяц больше $10 000. Вот эта девушка мне позвонила. Спасибо тебе. Николай Кушниров, Днепропетровск. Автомобиль Pajero Sport, экономия более 20%. За 2,5 месяца в бизнесе $2500. Здравствуйте, Артем Черков, город Тюмень. У меня Nissan Primera 170 лошадиных сил. Раньше проезжал 300 км на 40 литров, теперь 370. В бизнесе 6 месяцев, последнюю неделю $580. Ай, народ, ты чё, беги! Молодец. Меня зовут Роман Лаевский, я из Казани. В бизнесе 8 месяцев, заработал $32 000. Только за последний месяц $10 315. Мое имя Бедрак Юрий, я из Николаева, в команде 580 человек. Первых 6 месяцев в бизнесе, первых 2 месяца был в пассиве, 4 месяца последних работаю, заработал $6450, 15% экономии на моем автомобиле, очень доволен бизнесом и продуктом. Татьяна, город Хмельницкий, не автомобилист, личного опыта по бусту сказать не могу. За 6 месяцев около $4000 доход. Молодец! Зовут меня Антон, я из России, из Уфы. Заработал около $4000 вместе с розничными продажами. У самого автомобиля пока нет, но уже более 40 клиентов по Уфе катаются. Добрый день, меня зовут Наталья Журавлева, Россия. Я без машины, но у моего партнера в Минске, Павел Егоров, у него машина Ягуар, результат экономии 40%. Да, 40%. Я в бизнесе 3,5 месяца, в команде 228 человек. В первый месяц мой доход 1840, за 3,5 месяца $6295. И бесплатная поездка от компании в Лас-Вегас. Эй! Звезда! Наталья Журавлева! Запомните это имя! Меня зовут Роман Терещенко, город Лубны, в бизнесе с июня 2011 года. Доход сейчас от 30 до $100 в день. Результат клиента по продукту, вернее партнера по продукту. Раньше проезжал на без продукта 7,4 литра на 100 километров. А сейчас расход снизился до 5,3 литра на 100 километров. Нравится? Обалденно. Очень. Меня зовут Алексей Гуманенко, глубокая Минская область. В бизнесе 3 месяца, больше $3000, в данный момент скрываюсь от клиентов, не могу уже слышать восхищение. Меня зовут Ольга Жданович, Беларусь, Новополоцк, молодая мама. За 40 дней в бизнесе, доход $1060, 21 лично приглашенный человек. Экономию еще не успели посчитать, но машина парит. Татьяна Орджоникидзе, машина Рено, газ пропан бутан, каждый пятый бак бесплатно. Ларичев Олег, Николаев, 2 месяца в бизнесе, за 2 месяца $2000, по результатам разные, 10, 15, 25, самый лучший с Херсона, Владимир, долго сопротивлялся, залил, потом звонит, кричит, ты не поверишь, 17 литров, у него Волга 21, там больше, по-моему, 30 лет в машине, до 12 литров упал. Ну когда такие результаты, что происходит с людьми? С людьми, в смысле, с человеками. Они хотят. Кто хочет уже поднять руку? Ну кто хочет? Поднимите, кто хочет. Хорошо.
Андрей и Вита Бондарец. Я за супругу свою скажу. В бизнесе 7 месяцев. За это время в команде личных 56 человек. Всего 670. Заработали 8600 долларов на сегодняшний день. Примерно 150 долларов в день. Сергей Локтев, Казахстан, город Уральск. В месяц 20. Еще раз, пожалуйста. Сергей Локтев. Казахстан. Сергей Локтев. Отлично. Казахстан, город Уральск. В бизнесе 23 сентября заработал 3300 долларов. Своего автомобиля нет, но друзья все в шоке, всем нравится. Добрый день, меня зовут Эвита, я из Латвии приехала к вам. Я в месяц два в этом бизнесе серьезно занимаюсь, 2300 заработал. Меня зовут Олег, я из города Одессы. В бизнесе подключился 8 месяцев назад, активно занимаюсь, около 2 месяцев, полторы тысячи долларов заработал. Автомобиль у меня Outlander Mitsubishi, Mitsubishi Outlander, 2.4 двигатель, реальная экономия 20%. Спасибо, друзья, присаживайтесь, спасибо вам большое. Ваши результаты – это самое ценное, что может быть. Результат по использованию продукта –